Привет. Я решила доснять это видео, потому что если у кого-то, вот как у меня сейчас, не очень-то и получается, что они хорошо прожариваются, то вот так постоянно надо их туда-сюда вертеть. Постоянно переворачивать нужно будет. И как вы поймете, что они готовы, они должны быть мягкие. Вот эти вот мягкие. И у меня здесь один баклажан. Я, по-моему, начала говорить и не договорила, что если бы баклажанов было побольше, я бы вот это крупно нарезала бы. Можно было бы такими же ломтями, прям было бы вкусно. Просто слоями переложила, да. И еще хотела сказать, что с баклажанами даже делаю пироги. Вот моя соседка, она пироги с баклажанами даже делала. Ну, это можно теоретически вычислить, как она делала. Сверху, вот как начинку, бывает же, там с вареньем кладут, вот так же, наверное, уже вот такие вот пожаренные баклажаны сверху и запекать. Ну, как-то надо подумать. И еще, что я хотела сказать. Ну, в общем, даже вот на какие-то из них я масло 1-2 капли капнула. Можно, мне кажется, даже и в воду, если капнуть горячую, то они будут пропариваться и быстрее все это сготовится. Так, и еще хотела сказать, что у меня баклажанов мало, я поэтому сюда их переложу и перемешаю. Вот в этот маринад. Как есть там у меня винегер, я хотела сказать, уксус. Можно и уксусом это заправлять, но я предпочитаю, чтобы все натуральное было. И помидоры, и зелень, и чеснок, и лук, они тот же самый, как будто бы это уксус дадут, эффект уксуса. Это все, если вот они уже сейчас чуть-чуть подостыли, и потом я их сюда переложу, перемешаю, и они будут часа два настаиваться. Мне кажется, на следующий день тоже можно будет кушать. Есть такие блюда, которые можно и на следующий день кушать. Не обязательно их, вот как этот диетологи рекомендуют, овощи в течение часа есть. Приготовившись, в течение часа надо съесть их. В общем, комбинация может быть разная. И с помидорами. Что есть? Помидоры есть, помидоры. Нет помидоров, можно чеснок, лук. Нет чеснока, можно без чеснока. Нет лука или не хотите лук добавить, можно без, вот сюда лук не класть. Так как у меня все это было, поэтому я все это туда и на это нарезала. Ну вот. Еще раз я говорю, что если... Ну, какое-то подозрение, что они не приготовились, то просто вот так вот переворачивайте их. Постоянно переворачивайте, и мягкое вы уже почувствуете, что оно готово. Вот это готово уже мягкое. Я делаю это, еще раз говорю, рукой, потому что я другой рукой снимаю. А так я обычно двумя ложками. Ну, все, пока.